Итак, девочки и мальчики, здравствуйте. У нас урок физкультуры. Сегодня мы будем сдавать норматив по прыжкам вот с этой небольшой вышки. Абсолютно все сегодня получат оценки. Ого, это надо с такой высоты и туда, что ли? Ай, я боюсь прыгать. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же надо, там, наверное, 10 метров высота. Извините, пожалуйста, а я не буду переодеваться. Да? А можно узнать, почему? Хочешь, чтобы я сразу поставила тебе 2? Пожалуйста, сейчас схожу за журналом. Нет, просто у меня освобождение. Мне нельзя заниматься физкультурой 2 недели. Сейчас принесу, оно у меня в рюкзаке. Я боюсь. Ай, нет, я туда не пойду, нет. О, ничего себе. Единорожка, это что, твой домик? Тук-тук-тук, единорожка, вылезай. Сейчас учительница придет. Надо переодеваться и прыгать, а то двойка поставит. Нет, еще раз нет, я отсюда не вылезу, я очень боюсь высоты. Так, девочки, мальчики, собираемся. Ой, а что это? Дети, что это такое? Это у нас единорожка там прячется, когда чего-то боится. Единорожка, ну ты что, это совсем не страшно. Давай я разрешу тебе прыгать с кругом. И тогда тебе нечего бояться. Вылезай, ну что это такое, двойку ведь поставлю. Ой, и правда, можно с кругом прыгать, а вы не обманете? Единорожка, ну что ты такое говоришь? Я же учитель, как я могу тебя обмануть? Держи круг, одевай и готовься. Так, кто уже готов? Можно прыгать? Единорожка трусиха, представляете, будет с кругом прыгать с вышки. Единорожка, ну ты и трусиха. Я посмотрю, Панки, как ты будешь прыгать, ты вообще еще не переоделся. А потом и посмотрим, кто посмеется последний. Я высоты просто боюсь. А если буду прыгать с кругом, то не страшно. Так, девочки, мальчики, ну что, долго будем тут разговаривать? Прыгать пора. Кто готов? Залезайте на вышку. Давайте я буду первая. Уж я-то высоты не боюсь. Наверное. Ой, как она шатается. Ой, 1, 2, 3, 4, 5. Ну хватит там прыгать. В воду. 6, я боюсь. 7, прыгай. Помогите! Я прыгнула! Ой, только я ничего не вижу. А где мои очки? Кажется, я пока прыгала, очки потеряла. Ну где же они? Сейчас, я их нашла. Держи. Фу, ну теперь все в порядке. Ну что, настал мой черед. 1, 2, 3. Воды наглоталась. Фу. Ну что, Панки, иди, покажи класс, как нужно прыгать. Уже я, что ли? Гоу-гоу Квин еще не прыгала. Почему я, девочки? Нет, давайте я последний в конце покажу вам, как нужно прыгать. Правильно. Эх, так и скажи, что струсил. Сейчас я тебе покажу, как нужно правильно прыгать. Ай-яй-яй, или не покажу. Ого! Это сколько же мне туда лететь надо? Ай, соскользнула. Ай, как больно. Придется перепрыгивать. За такой прыжок мне точно 2 поставят. Как же страшно, а? А я почему-то думала, что я высоты не боюсь. Ребята, а вы боитесь высоты? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Вот я боюсь, и Панки точно боится. Ну что, Панки, иди, показывай класс. Эх, ребята, вот наговорил, что круче всех прыгать умею. Теперь придется как-то это делать. А прыгаю я вообще первый раз. Ой, ого, ничего себе там. Высота. Фух. Я это сделал! Я прыгнул! Ой, Панки, извини, я как раз выходила, ты что, уже прыгнул?
Придется перепрыгнуть, потому что я не видела. Я же не могу поставить тебе оценку просто так. Давай, набирайся на вышку и прыгнешь еще раз. Что? Нет! Я больше прыгать не хочу. Вот так, ребята. Ну и двойку, неохота. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. А сейчас смотрите, как сделать бассейн для кукол своими руками. Я бы кому-то эти руки-то... Нам теперь прыгать приходится. Раз, два.